Я вспомнить старый анекдот российский, когда пивная очередь стоит, перестройка, мужик в очереди стоит, ой, ну сейчас начнется, ему что начнется, ой, сейчас начнется, что начнется, ой, сейчас начнется. Очередь его доходит, он говорит, две кружечки пива, пожалуйста, ему дает, он взял и пошел, ему продавщица кричит, эй, гражданин, а деньги? Он, ну вот, началось, началось. Понимаете, вот то же самое происходит. То есть у Украины денег нет, да если бы были деньги, она, в общем-то, и не собиралась платить. А газ нужен, а грошей нема, ну и что делать? А вам дадут в магазине того же пива или хлеба, если вы не заплатите деньги, да? Не заплатили деньги, вам хлеба не дали, вы стали кричать, а москали они хотят там нас погубить. Да, слушайте, заплатите деньги и берите газу сколько надо, какие проблемы.